Итак, идеи сегодняшних наших структур данных будут следующие. Мы сначала рассмотрим, что такое цифровой бор. Бор по-английски это try. А после этого мы будем делать над ним некоторые магические преобразования, точнее оптимизации. И в конце концов получим так называемый XFAST try. Эта структура данных была придумана в 1982 году. Она строится из цифрового бора с помощью трех шагов. Вот мы последовательно эти шаги выполним и получим XFAST try. Что делает XFAST try? Ну, во-первых, он умеет за такую же сложность, как дерево Ван де Боуса, находить successor процессор и проверять, есть ли элемент в множестве. И за OW умеет добавлять новые элементы и удалять. Но память он будет потреблять больше, а именно O от N умножить на W. Больше, чем, ну, потенциально больше, чем дерево Ван де Боуса, потому что N в худшем случае равно U. Но зато независимо от U. То есть это количество памяти не зависит от размера мультимножества, из которого мы берем наши числа. А затем мы сделаем еще один магический ход и получим YFAST try. Структуру данных, придуманную тогда же тем же ученым, но вот он разделил. Сначала придумал XFAST try, потом YFAST try. Я, кстати, иногда буду говорить не по-английски, видимо, а по-латински. Короче, не очень удобно говорить XFAST try и YFAST try. Я говорю X и Y. А по-русски адекватных переводов я, кажется, не видел каких-то, которые зарекомендовали себя как надежные. Несколько раз я видел перевод «цифровой бор», «быстрый цифровой бор» и «сверхбыстрый цифровой бор». Ну ок. А он дошел до Fusion Try, но это отдельная история. Это структура данных, которая была уже в 1990 году им вместе с напарником придумана. То есть там у них все-таки фантазия какая-то заработала. А тут только X и Y. И, соответственно, YFAST Try крут тем, что он памяти делает O от N. Что, ну, как бы, меньше вы точно не сможете сделать. Вам нужно сохранить n чисел, и меньше, чем o от n, очевидно, вы не потратите. При этом все еще операции будут делаться за логарифм от w, что очень мало. Типа там, если w это 64, то это 6. Это супер маленькая сложность. Вот, если мы успеем, мы в конце дойдем до такой обалденной структуры данных. Но для начала мы начнем с цифрового бора и сделаем три преобразования, чтобы построить XFAST try. Ну давайте, что такое цифровой бор? Хотя нет, наверное, начну я не с этого. Вообще вот говоря о тех операциях, которые мы хотим поддерживать, а именно иметь какое-то подмножество чисел, целых чисел из диапазона от 0 до 2 в степени w-1, и хотим уметь делать 5 операций, как я уже говорил, добавлять, удалять, проверять, есть ли число в множестве, находить следующее successor query и предыдущее processor query. Вот вообще, как можно решать такую, ну, как можно строить структуру данных, которая умеет делать, да, я надеюсь, что ты меня в трансляции не выключил. Как вообще можно делать структуру данных, которая такие операции поддерживает? Ну, во-первых, есть хэш-таблицы, многим известные. У хэш-таблицы ровно одна проблема, она не умеет successor query и processor query. Просто не умеет, потому что там все хранится вперемешку. Зато очень быстро за от единицы обычно делает поиск, соответственно, проверку, есть ли такой элемент в хэш-таблице. И вставка удаления тоже амортизирована, там делается за от единицы в среднем, то есть за от единицы, и достаточно все хорошо, и память употребляет, если хорошая хэш-таблица, O от N, где N количество элементов. Все круто. Но не умеет successor query и processor query. Есть бинарное дерево поиска. Бинарное дерево поиска, их много разных. Я вкратце напомню. Вкратце напомню, что такое бинарное дерево поиска. Туда можно класть любые элементы, которые можно упорядочить. Соответственно, обычно в корне лежит какой-то элемент x, и все элементы, которые лежат в левом поддереве, они строго меньше, чем x. Другой маркер, да? Хорошо. Не буду так же эффектно выкидывать. Сейчас проверю, что этот маркер стирается. Стирается. Значит, у нас в корне дерева лежит какой-то элемент x. Дальше есть какое-то дерево. У него есть, соответственно, есть левый сын и какое-то дерево там, правый сын. Не у каждого вершины в этом дереве может быть обязательно по два ребенка. И вот все
элементы, которые лежат в левом поддереве, они меньше, чем x, все элементы, которые в правом поддереве, они больше, чем x. И это выполняется для любой вершины. Например, если тут y какой-то, то тоже все, что лежит слева от него, оно меньше, чем y. Это бинарное дерево поиска. А дальше есть куча способов построить бинарное дерево поиска из множества чисел так, чтобы высота была недалеко от логарифма количества элементов. Это AVL-деревья, это Декартово дерево, которое я рассказывал на одной из лекций. Это сплей-дерево, это красно-черное дерево, там еще есть 2-3 дерева. В общем, куча вариантов сделать так, отбалансировать дерево так, чтобы оно было хорошей высоты, примерно логарифм n. На самом деле, оба большое от логарифма n. Окей, а что можно делать в бинарном дереве поиска? Можно добавлять, но за логарифм n. Можно проверять за логарифм n. Можно удалять за логарифм n. И можно successor и processor query делать. Понятно, если вы нашли какой-то элемент, то следующий в нем найти достаточно просто. Или предыдущий. Надо просто пойти вправо или налево. Там будет следующий или предыдущий. Но тоже за логарифм n. То есть за логарифм от количества элементов мы, оказывается, все эти операции умеем делать с помощью бинарного дерева поиска. Мы хотим быстрее. Мы хотим так же быстро, как это делает хэш-таблица, которая, к сожалению, не умеет делать successor query и processor query. Вот в реальности xfasttry — это такое преобразование цифрового бора, про которое я сейчас расскажу, которое добавляет в себя сначала хэш-таблицу и за счет этого работает быстрее. А потом, когда мы будем превращать его в y-fasttry, добавляет еще бинарные деревья поиска, и в конце все объединяется и получается супер быстро. Ну все, теперь мы, наверное, готовы разбираться, что такое цифровой бор и какие постепенно оптимизации мы будем к нему применять. Давайте разбираться. Вообще бор — это структура данных из алгоритмов со строками, но числа можно очень интуитивно представить как строки, интуитивно очевидно, просто записав их в двоичной системе счисления. То есть каждое число — это последовательность нулей и единиц. Соответственно, эти последовательности можно запихать в бор. Как это устроено? Ну, мы в прошлый раз рассматривали пример. У нас там, когда дерево Ванденбоу состроилось, были числа 0, 1, 3, 4 и 7, по-моему. Вот давайте в предположение, что w равно 4, эти числа засунем в цифровой бор. Соответственно, w равно 4, поэтому каждый из чисел мы представляем в виде 4 битов. 0, 1, 3, 4 и 7. И теперь засовываем их в дерево. Соответственно, 0, это вершина, 0, 0, 0, это число 0. Дальше, это число 1, оно читается на пути от корня, вот это корень, до какого-то листа. Это число 1, дальше число 3, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, это число 4 и число 7. Вот такая структура данных, это бор. Ну а так как мы запихнули туда числа, а в качестве элементов у нас были цифры, в качестве элементов, которые мы писали на ребрах, это цифровой бор. Все очень просто. Это очень тупая структура данных, она супер неэффективная, но мы постепенно будем над ней издеваться и сделаем ее эффективной. Почему она неэффективная? Ну, во-первых, сколько она места требует. Запись каждого числа требует от w новых вершин в худшем случае. Поэтому если у нас n чисел, то он требует от n на w памяти. Это, конечно, плохо. В худшем случае n равно u, то есть нашему размеру мультимножества, с которого мы берем числа. И это хуже, чем дерево Ванденбоу даже. Но пока подойдет. А дальше. За сколько делаются операции? Ну, как добавлять элементы в цифровой бор? Просто берем наше число, записываем его в двоичной системе счисления и постепенно идем по уже существующему бору, если надо, добавляем новые вершины, пока не дойдем до листа. Соответственно, добавление работает за O от W. Поиск, есть ли такое число в цифровом боре, тоже работает за O от W. Например, проверим, что есть число 4. Записали его как 0100 и просто от корня пошли 0100. Если бы мы искали число 5, 0, 1, 0, 1. Вот тут 1 не смогли пойти, поэтому числа 5 в нашем боре нет. Соответственно, поиск работает тоже за O от W, удаление тоже за O от W, а про successor и processor вообще пока непонятно, как работает. Сейчас будем разбираться. Давайте сначала, наверное, такую штуку сделаем. Я тут нарисую наши 5 операций. Поиск.
добавление, удаление, successor и предсессор. И буду писать текущие их оценки сложности, и вообще работают они у нас или нет. Значит, поиск у нас сейчас работает за O от W, а добавление за O от W, удаление за O от W. Про удаление надо вот что сказать. Допустим, мы решили удалить число 4, то самое число 4, которое 0100. Мы нашли его, 0100, вот оно, число 4, и пошли теперь вверх удалять. И когда мы приходим в вершину, в которой больше ничего не остается, не остается детей, мы эту вершину тоже удаляем. Это можно очень легко сделать. Например, в каждой вершине можно хранить количество вершин во всем ее поддереве. И как только она становится равным нулю, вершину удаляем. Таким образом, мы не храним мертвые вершины в качестве тяжелого груза, а бор у нас всегда такой свеженький, как будто только что построенный. Понятно, да, как удалять? То есть если мы удалили 4, то две вершины, вот эта и вот эта удалится, а эта вершина останется, потому что у нее еще есть правый сын, и там пока все остается. Окей, с удалением разобрались. Дальше successor и процессор. Ну вот, например, мы вызвали successor от 5. Successor от 0101. Давайте разберемся, как его найти. Мы идем, ищем нашу пятерку в боре 010. И вот здесь в какой-то момент происходит ситуация, что нам нужно пойти по единице, а ее нет, а есть только ноль. Аналогично может возникнуть ситуация, когда нам нужно пойти по нулю, а нуля нет, есть только единица. Ну вот, давайте сначала вторую ситуацию разберем. Если единица есть, нуля нет, а нам надо пойти по нулю, чтобы найти x, то тогда вот здесь вот вообще ничего нет. И тогда, чтобы найти successor от x, нужно взять минимум вот в этом дереве. Согласны? Минимум вот в этом дереве. А как найти минимум? Надо все время идти максимально влево. То есть если есть 0, то идти по нулю. Если нет, то ну идти по единице. Максимально влево идем вот в этом дереве. Находим тут какую-то вершинку. Это будет successor от x. Почему? Ну потому что есть какой-то префикс от корня вот до этого места. Это префикс, который совпадает у x и у каких-то чисел из нашего множества. Но чисел, которые начинаются, вот, точнее, которые в качестве приложения имеют здесь 0, в нашем множестве нет. Значит, минимальное, что может быть в нашем множестве, это те числа, которые имеют здесь следующую цифру единицу. Ну и среди таких чисел надо выбрать минимальное. Все просто. То есть если мы в процессе поиска нашего x должны пойти влево, а не можем, тогда идем вправо, а дальше идем как можно левее. Все хорошо. А что делать, если вот такая ситуация? Нам нужно пойти вправо, мы не можем. И как найти successor? Ну, такая история. Нужно подниматься вверх до тех пор, пока мы не пройдем по нолику. То есть может быть ведь такая ситуация, что тут еще какое-то количество единиц. Вот нам нужно пойти по единице, а есть только нолик. Поднимаемся наверх до тех пор, пока мы идем по единицам. И находим первое ребро, когда мы можем подняться по нолику. Если такого нет, то мы это просто максимальное число, правее нас ничего нет, successor от нас это null. Если такое ребро есть, то вот дальше вот здесь нужно снова найти минимум. Это будет successor от нашего x. То есть тут проблема в том, что нужно подниматься сколько-то и потом снова найти минимум. Так работает successor, если наш x попытался пойти по единичке, которой нет. Ну, есть третий случай. Если такого вообще никогда не возникло, наш x просто есть в цифровом боре, и нам ни разу не пришлось пойти по ребру, которого нет. Вот мы ищем successor от четверки, например. Мы дошли до самой нижней вершины, и нужно найти от нее successor. Тут идея точно такая же, как и в последнем случае. Надо подниматься вверх до тех пор, пока мы не найдем единицу. Точнее, пока мы не поднимемся по нулю, у которой есть единица. И в правом сыне соответствующем найти минимальный элемент. Понятно, да? Если мы спустились до x и нашли его, то там точно такая же идея. Поднимаемся по единицам, потом поднимаемся по нулям до тех пор, пока не найдем единицу вправо. И вот в этом поддереве находим минимум. Ну, понятно, мы пытаемся изменить минимальное количество правых битов младших, как можно меньше младших битов. Пытаемся их увеличить, чтобы все-таки найти следующий элемент. Пока это сделать нельзя, мы увеличиваем количество битов, которые рассматриваем справа, и после этого, как только хотя бы одно число такое есть, берем среди таких чисел минимальное. Итак, successor работает за O от W,
С болью, правда. А, тут две боли. Во-первых, ну почему зовут W? Во-первых, нам нужно спускаться в поиске нашего X. А во-вторых, есть вот эти плохие случаи, когда нам нужно было пойти по единичке, а мы не смогли, и когда X вообще нашелся в нашем множестве. Эти два плохих случая, когда нам пришлось подняться наверх как-то, а потом еще спускаться снова вниз. То есть мы спустились вниз, поняли, что нам нужно подняться, непонятно на сколько, ну максимум на, снова на W, и потом снова спуститься в поисках минимума. То есть в 3W, короче. Это все равно O от W, но аж 3W. Тем не менее, это O от W, successor на обычном цифровом боре мы научились делать. Предсессор делается аналогично. Единственное, что там вот этот случай хороший, а когда наоборот по нолику надо пойти, а мы не можем, это случай плохой. И там надо не минимум искать, а максимум в левом дереве, соответственно. Все симметрично. Так, предсессор тоже делается за O от W. Это цифровой бор. А, плюс цифрового бора в том, что он тупой, как валенок. Минусы в том, что он нас не устраивает ни по памяти, ни по времени. По времени везде O от W, а мы хотим вообще логарифм W получать по максимуму везде, где можем. Ну и по памяти N умножить на W. Ну, тоже такое. Типа бинарное дерево поиска вполне себе O от N держит. А тут такой коэффициент, типа 64 у вас будет, например. Не очень приятно. Вот сейчас мы будем его постепенно улучшать, как я уже говорил, в 3 стадии. Первая идея. Первое, ну, я бы не сказал, что оптимизация, потому что мы сейчас будем добавлять новых вещей в наш бор. Лучше это сделать не сразу. Но тем не менее, первая идея. Давайте возьмем все наши числа, которые есть в боре. Вот это 0, 1, 3, 4 и 7. И организуем их в двухсвязный список. Что это значит? Это значит, что каждое число будет знать, какое число следующее и какое число предыдущее. Дополнительно все листья будут знать про соседей слева и справа. Ну и, соответственно, элемент самый первый будет знать, что он самый первый, у него нет левого соседа. А элемент последний будет знать, что он самый правый, у него не будет правого. Ну там ссылка в нул уходит куда-нибудь. Так, мы с вами только что сломали поиск, не сломали, добавление сломали, удаление сломали, потому что надо теперь этот двухсвязный список поддерживать как-то. Successor, предсессор не сломали. Окей, ну давайте чинить. Значит, удаление чинится просто. Если вы удаляете какой-то элемент, то удалить этот же элемент из двухсвязного списка легко. Нужно просто вот так вот ссылки перевесить у соседей друг на дружку. Да, если вы какой-то элемент из середины двухсвязного списка удаляете, берете его левого соседа, берете правого соседа и связываете их друг с дружкой. То есть удаление починили, все хорошо. Все еще за OW, но починили. Добавление сложнее. Вы в какой-то момент вынуждены добавить в середину двухсвязного списка. Я не там галочку поставил, простите. Удаление починили. Удаление починили, с добавлением пока непонятно. Но заметим, что благодаря вот этим двухсвязным спискам, если у нас число x есть в дереве, ну, в смысле, в боре, то successor и процессор от него теперь найти очень легко. Ну, мы же просто вот надо походить по этим ссылкам и найти. То есть если элемент x есть в боре, то successor и процессор решается легко, и от одной из ситуаций, когда нужно подниматься вверх, мы избавились. Все еще одна осталась. Но от одной мы избавились. Одна ситуация была именно та, когда число x есть в боре. И мы ищем от него successor predecessor, теперь это легко. Просто пойдем по красным стрелочкам. Окей. Смотрите. У нас все еще работает successor predecessor. Плохо, завод W, но работает. Давайте вот что сделаем. Как починить добавление? Допустим, мы добавляем какой-то элемент вот сюда вот, между четверкой и семеркой. Найдем перед тем, как добавлять, сначала предсессор от него за O от W, потом successor от него за O от W. И это будут именно те числа, которыми надо связаться в двусвязанном списке. Потому что предсессор от пятерки будет четверка, successor от пятерки будет семерка. И если мы сюда добавляем пятерку, то именно с четверкой нужно ее связать, и с семеркой ее нужно связать. То есть добавление теперь вызывает предсессор, successor, который работает тоже за O от W, и в сумме все работает.
Ну да, достаточно, совершенно верное замечание, достаточно найти одного из них, а второго найти благодаря красным ссылочкам. Ну, относительно бесплатно, за вот единицы, да. Но мы опять же теоретики, там вот W, все равно вот W, какая нам разница? Можно константу увеличивать. Ну да, абсолютно верное замечание. Действительно, второго соседа можно найти быстро благодаря связанному списку. Итак, мы починили добавление. Пока непонятно, что мы выиграли, потому что сложность все еще от W. Но на самом деле выиграли мы очень существенную вещь. Мы отказались от поднимания наверх в запросах successor и процессор в случае, если X уже есть в боре. Вот ради этого все это было. Понятно, да? Сейчас мы будем отказываться совсем от поднятий наверх, потому что они совершаются за OW, это для нас не годится. Наша задача полностью избавиться и от первого начального спускания вниз, но это мы потом оставим, и от этого дурацкого поднимания вверх с последующим спусканием до минимума или максимума. Это нам тоже не годится. Вот сейчас мы постепенно, методично избавляемся от поднимания наверх. Частично уже избавились с помощью вот таких ссылок. Хуже не сделали. Лучше тоже, но хуже не сделали. Следующая идея. Давайте вместо... Сейчас, секунду. Нет, давайте... Окей, ладно. Давайте дальше оптимизировать. Значит, вот у нас есть операция successor. Ну, давайте на ее примере все рассматривать. Процессор симметрично. Она... Если икса нет в нашем боре, то она спускалась вниз и в какой-то момент столкнулась с одной из двух ситуаций. Либо нужно пойти по нолику, а нолика нет, либо нужно пойти по единичке, а единички нет. И мы выяснили, что если нужно пойти по нолику, а нолика нет, то это для нас хорошая операция. Нам не нужно в этой ситуации ходить наверх. Да? А вот если... нам не нужно ходить вниз и искать минимум. Давайте сэкономим себе здесь время. И раз у нас тут все равно ссылки нет... Давайте ее потратим на то, что будем хранить ссылку в минимум, в правом поддереве. Мы бит информации потратим на то, что это не настоящая ссылка, не настоящий ребенок, а всего лишь ссылка на минимум в правом поддереве, но ссылку заиспользуем по-честному. Аналогично, если у нас нет единицы, то мы будем хранить, опять же, бит информации флажком, что это не настоящий ребенок, ссылку на максимум в левом сыне. Мы сломали добавление, потому что теперь эти ссылки надо поддерживать. Удаление. Все. Пока только сломали. Зато successor и процессор немножко ускорились. Ну, не асимптотически ускорились. А именно в ситуациях, когда нужно пойти в минимум в правом поддереве, мы просто прыгаем по этой штуке и все. Понятно. Давайте чинить добавление и удаление. Нам теперь нужно эти ссылки как-то поддерживать. Ну, добавление очень легко на самом деле чинится. Представим, что мы добавляем новое число. И вот мы идем в нашем дереве вниз. Давайте я вот здесь нарисую. Идем вниз и в какой-то момент начинаем порождать новые вершины. В какой-то момент вот тут был путь, он существовал до нас. Мы шли по нему, по тем вершинам, которые существовали до нас. И в какой-то момент поняли, что нам нужно ответвиться. Начиная с этого момента, вершины будут иметь ровно одного ребенка. Ну, например, вот так. И, соответственно, потом, когда мы добавили все эти вершины новые, будем возвращаться обратно и проставлять вот эту вот ссылку правильным образом. Здесь есть только правый ребенок, значит, левый ребенок вот так смотрит. Здесь есть только правый ребенок, значит... Левый ребенок смотрит на максимум. Здесь есть оба ребенка. Все хорошо. То есть идея в чем? Добавили по какому-то пути новое число, возвращаемся обратно по всему пути снова за OW. И если нужно, если в вершине только один ребенок, проставляем ссылку на эту свежедобавленную вершину. Больше некуда. Соответственно, рекурсия при поднимании может просто возвращать новую вершину, на которую нужно поставить ссылку. И мы будем ее проставлять. Таким образом, мы чиним добавление. Удаление. Ну, тут тоже все достаточно просто. Может возникнуть ситуация, что мы удаляем вдоль какого-то пути. Вот была вершина, да? И мы ее удаляем. И весь путь вот этот удаляем. И вот тут, бац, оказалась ситуация, появилась вершина, у которой только один ребенок. Левого сына нет. И у нее нужно поставить ссылку
на максимум в ее правом поддереве. Как этот максимум быстро... Ой, на минимум, прошу прощения. На минимум в правом поддереве. Как этот минимум быстро найти? Это на самом деле саксессор от того элемента, который мы удалили. Тут был двухсвязный список, поэтому перед удалением просто вызовем саксессор, ну или предсессор. Он нам тоже может понадобиться, если мы наоборот справа удаляем, и у нас внезапно оказывается остается вершина, у которой есть только левый сын, то тогда вот эту правую ссылку на максимум нужно будет поставить на процессора нашего. То есть перед удалением вызовем процессор-саксессор на тот случай, если нам понадобится вот эти ссылки новые выставить, они будут указывать либо на саксессор, если нам нужен минимум в правом поддереве, либо на процессор, если нам нужен максимум в левом поддереве. Давайте вопросы. Мы пока накрутили две вещи в наш цифровой бор. Первая вещь – это двусвязный список всех его элементов. Мы доказали, что мы можем добавление и удаление сделать так, что двусвязный список будет поддерживаться актуальным, а плюшка, которую мы получили, это если элемент есть в нашем боре, то successor процессор выполняется за от единицы. Это не единственная плюшка, он нам еще пригодится, но пока такая плюшка. Вторая вещь, которую мы сделали, это мы взяли вершину, у которой есть только один ребенок. И если, например, есть только правый ребенок, то вместо левого ребенка мы поставили ссылку на минимум в правом поддереве. А если есть только левый ребенок, то поставили ссылку на максимум в левом ребенке. Ну да, совершенно верно, да. Ты снова права, саксессор-процессор мне снова тут не нужен на самом деле, потому что он есть благодаря ссылкам в двусвязанном списке. Ну, это тоже в некотором смысле саксессор-процессор, просто работающий за от единицы. А когда мы нашли при удалении нашли элемент X, то саксессор-процессор от него мы уже знаем, они доступны в двусвязанном списке. Их как-то еще специально искать не надо. Да. Ну, я написал successor-predecessor, как будто их надо вызвать. Вот. А вызывать, да, уже на самом деле не надо. Окей. Таким образом мы починили здесь удаление. Оно снова было сломано. Это была вторая накрутка как бы на наш цифровой бор, которую мы сделали. А почему он бор? Ну, во-первых, бор — это дерево. Бор вообще для строк делается так. Берем строчку, разбиваем ее на буквы, и дальше ребра строим в соответствии с буквами. Тут вот буква — это цифра 0,1, соответственно, поэтому это цифровой бор. Но по-английски я никогда не слышал digitry. Все говорят просто try, то есть просто бор. Окей. Теперь интересная мысль. Вот у нас есть successor, который теперь в некоторых ситуациях отрабатывает относительно быстро. Но он все еще идет сверху вниз. Но дальше, если x нашелся, то он отрабатывает быстро. Если ему нужно было пойти влево, а он не может пойти влево, то он отрабатывает быстро, потому что есть быстрая ссылка. И единственная ситуация, когда он работает плохо, это когда ему нужно пойти вправо. Вправо не может, ему тогда нужно подняться куда-то, потом спуститься в минимум и так далее. У процессора точно так же, в двух из трех ситуаций. Он отрабатывает вот после этого главного спуска достаточно быстро, а в третьей ситуации долго. Причем в другой ситуации, в симметричной. Тут отрабатывает долго, когда надо пойти по единице, а ее нет. А у процессора, когда нужно пойти по нулю, а его нет. Давайте сделаем хитрую операцию, которая будет возвращать то ли предыдущую, то ли следующую, в зависимости от того, что ей проще. Назовем ее sacopred. Еще раз, по числу x она что-то будет возвращать. Либо предыдущий, либо следующий. Заранее неизвестно. Такая вот клевая операция. Почему она нам, ну, почему она вообще имеет хоть какой-то смысл? Ну, смотрите, допустим, эта операция sacopred вернула нам какое-то число. Мы же можем посмотреть, она меньше, чем исходное или больше? Если меньше, значит, она вернула пред, и тогда можно благодаря двусвязанному списку найти саксессора за один шаг. Если же она вернула большее число, тогда можно в двусвязанном списке за один шаг найти процессора. То есть если нам нужно было процессора, а вернули саксессора, то за один шаг по двусвязанному списку мы легко вернем то, что нам надо. Иногда за два шага, кто понимает, в каком случае, когда у нас сам элемент x есть в нашем боре,
нам вернули с аксессора, а нужно был преаксессор, ну, соответственно, нам нужно будет два шага сделать, но это все равно от единицы шагов. То есть в худшем случае нам понадобится сделать два шага по двусвязанному списку, чтобы вернуть то, что действительно нужно. Итак, мы вводим новую операцию с аксессор о процессор. Что еще раз, прости? Я не понял, что значит префикс, суффикс или ты сам. Ну нет, нам тут, короче, будет, кажется, удобнее именно сакупред. Давайте поймем, почему. Значит, именно потому, как мы будем его делать. Нам нужен какой-то сосед, совершенно верно. Если мы вернем сами себя, а нам нужен был саксессор, мы не на йод. А, нет, ну придвинулись, да, согласен. С точки зрения поиска следующего предыдущего, можно и себя возвращать. Ну вот у нас будет именно такая операция, саксессор о предсессор, которая будет возвращать то, что ей удобнее. И если мы через нее будем реализовывать саксессор и предсессор, то за от единицы они смогут себе найти то, что им надо. Понятно, да? Ну, в крайнем случае, за два хода по двусвязанному списку. А как будет работать саксессор о предсессор? Она будет идти по иксу, и если... Слушай, да, наверное, OSelf даже хорошая идея. Successor и процессор OSelf. Мне начинает нравиться. OSelf. Ну, короче, действительно, идем по нашему дереву. Если дошли до листа, то мы нашли X. Вернем его. Да, соответственно, successor и процессор сигнал скорректируют. Если нам нужно пойти по нулю, а его нет, то тогда вернем successor, потому что это быстро. А если нам нужно пойти сейчас по единице, а ее нет, то вернем процессор, потому что это быстро. Вернем то, что быстро, ну не асимптотически, а вот именно с точки зрения вот этих быстреньких наших переходов. А остальное, если надо, они подсуетятся и подчинят себе. Сложность уменьшилась, но мы чуточку избавляемся от дурацких подъемов наверх. У нас на самом деле единственное, почему осталось от W, это спуск вниз. После этого... Что еще раз? Да, все подъемы ушли. Все абсолютно подъемы ушли. Единственное, где осталось от W, это изначальный спуск. Вот мы, когда он остался один, мы от него потом избавимся, сделаем логарифм W. Мы постепенно, на самом деле, избавлялись от сложности от W. Это было очень методичное убивание сложности. Мы наградили кучу всего, мы придумали операцию, которая не имеет, кажется, физический смысл, типа, ну, верни, что хочешь. Но, тем не менее, все работает. Итак, саксессор и процессор, который работает сейчас за O от W. Ну, соответственно, саксессор и процессор, они работают через сакупреда OSelf. Окей. Соответственно, поиск, он тоже работает теперь через сакупред OSelf. Ну, потому что если он вернул self, значит, нашли элемент. Если нет, то нет элемента. Пожалуйста, все можно через эту одну операцию свести, и все будет хорошо, но она пока работает за OW из-за спускания вниз. Вот добавлять и удалять нет пока. Удалять и добавлять, пока у нас там, к сожалению, много геморроя, нам нужно и в двусвязный список добавить, и вот эти вот ссылки правильно проставить. Это пока много, к сожалению, все сложности, которые мы наворачиваем, они отражаются на добавлении и удалении. Вы видите, мы уже несколько раз их сломали, сейчас еще несколько раз поломаем. То есть все это, к сожалению, делает сложнее операция добавления и удаления, ну, потому что структура разрастается. Но зато мы сумеем до логарифма от W сделать... Ну, уменьшить сложность поиска саксессора и предсессора. Наконец, третья идея, которая, собственно, позволит нам делать логарифм. Она такая. Давайте возьмем для каждой вершины в Борре, не только для листа, а для любой вершины, и запишем путь от корня до нее. Ну, это будет какая-то последовательность из нуля и единиц. И все такие пути — это префиксы всех чисел, по сути. Запишем в хэш-таблицу. Начинается вкусняшка, я бы сказал. Просто я ничего никогда пока здесь не рассказывал про хэш-таблицу, очень хотелось. Итак, мы в хэш-таблицу запихиваем все префиксы всех чисел. Ну, то есть 0, 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
сейчас, значит, 3.0.1, теперь 0.0,
1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Вроде все префиксы выписал. Это все префиксы всех чисел, которые сейчас в сборе. Так, я только что сломал добавление и удаление. Теперь они еще и хэш-таблицу должны поддерживать. Досочку подвинуть, чтобы трансляция была лучше. Ничего страшного. Нормально? Или там еще не видно? Итак, мы сломали добавление и удаление, потому что теперь нам нужно хэш-таблицу поддерживать в актуальном состоянии. Нахрена все это спрашивают? Ну, во-первых, давайте хэш-таблица. Сколько в ней элементов? Сколько всего префиксов? Если у нас есть n чисел, сколько у них префиксов? Да, совершенно верно. Префиксов n умножить на w. Ну, хорошая хэш-таблица занимает памяти столько же, количества элементов в ней, то есть памяти O от N на W, и умеет запросы делать за O от единицы. Добавление, удаление и проверка, если такое число в нашей хэш-таблице. Это все за O от единицы. Ну, там обычно амортизировано O от единицы, потому что иногда хэш-таблица надо увеличиться в два раза, но это делается нечасто. То есть отдельно взятые операции могут делаться долго, но условно в среднем, хотя теоретики информатики не любят, когда амортизационные анализы меняют на слово «среднем». Ну вот, можно говорить, в некотором смысле в среднем за от единицы все операции делаются. Добавление, удаление сломали, но ничего страшного. Давайте поймем, зачем мы это делаем. Напоминаю, у нас осталась ровно одна тяжелая операция во время successor, o predecessor, o self. Это спуск вниз, поиск той точки, что наибольшего общего префикса между x и теми числами, которые есть в нашем боре. Ну, теперь надо хэш-таблицу в актуальном состоянии поддерживать. Да, ну мы сейчас, конечно, тривиально починим. Если всем тривиально, я могу сразу галочку поставить. Давайте, ну хорошо, давайте сначала починим добавление и удаление. Значит, когда мы добавляем... давайте вот что поймем. Точнее, не поймем, а вот что сделаем. В хэш-таблице мы будем хранить по ключу вот этой строчки значение, будет ссылка на вершину в нашем боре. То есть это хэш-мэп, условно, а не хэш-сет. Да, то есть по префиксу 001 мы будем уметь находить вот эту вершину. Наоборот, не надо, но по префиксу будем уметь находить вершину. Соответственно, как работает добавление? Если мы добавляем новую вершину в какой-то момент, то соответствующий префикс кладем в хэш-таблицу со ссылкой на эту новую вершину. Все, добавление починили. Как работает удаление? Если мы удаляем вершину, то мы знаем, какой префикс у нее, потому что мы только что шли сверху вниз. Да, для каждой добавляемой вершины добавляем префикс. И теперь, если мы удаляем вершину, мы знаем, какой сейчас префикс обрабатывается для текущей вершины. И если вершина удаляется, то соответствующий префикс удаляется из хэш-таблицы. Если вершина не удаляется, значит, этот префикс есть еще у какого-то числа, и удалять из хэш-таблицы не надо. Все, удаление тоже починили. Ну, из хэш-таблицы действительно не всегда просто что-то удалить, но вполне есть реализации, которые позволяют это делать за амортизированного от единицы. У тебя какая именно претензия к хэш-таблице? Каким-то конкретным? Окей, потом можем обсудить как-нибудь в кулуарах. Значит, действительно, добавление хэш-таблицы нам не портит память, потому что у нас было O от N на W, и просто добавилось еще O от N на W. То есть сейчас, когда мы будем бороться с памятью, нам теперь придется в двух местах ее урезать. Да? И не испортило добавление и удаление, потому что за те же самые O от W мы все можем делать. Но теперь, наконец-то, благодаря хэш-таблице и всем предыдущим ухищрениям, мы сможем сделать successor, o predecessor, o self за алгоритм от W. Как? Еще раз напомню, у нас уже в четвертый раз, кажется, у нас дурацкая операция, за которой там сложность O от W, это поиск наибольшего общего префикса между X и теми числами, которые есть сейчас в боре. Да? Вот мы ищем такой путь, который уже существует в боре, что и x с него начинаются, и элементы в боре с него начинаются. Давайте найдем длину этого пути с помощью бинарного поиска. А именно, возьмем сначала первую половину битов x и посмотрим, вот этот префикс из половины битов есть в нашем боре или нет. Если нет, то уменьшимся в два раза. Если есть, то
прибавим половинку. Давайте на каком-нибудь примере. Пусть мы хотим найти число 5. 0, 1, 0, 1. Сначала рассматриваем 0, 1, первую половинку. Смотрим, в нашей хэш-таблице есть 0, 1? Есть. Значит, уже можно сказать, что наибольший общий префикс между x и тем, что есть в Боре, как минимум из двух цифр состоит. Дальше, соответственно, влево идти нет смысла, там все префиксы есть. Посмотрим вот на этот префикс, 0, 1, 0. 0, 1, 0 есть? Есть. Смотрим на весь префикс, 0, 1, 0, 1. Такого нет. Значит, максимальный префикс – это 0, 1, 0. Он указывает вот на эту вершину. И это та вершина, в которой действительно пятерка ответвилась бы, если бы мы ее добавляли. Итак, благодаря бинарному поиску мы найдем наибольший общий префикс между x, двоичной записью x, и двоичной записью тех чисел, которые есть в Боре. Давайте этот момент обмозгуем и все попробуем понять. Еще раз, идея такая. Вот у нас есть W-битная запись числа x. Мы вместо того, чтобы по одному битику идти, мы же раньше как делали? Возьмем первый битик x, пойдем. Возьмем второй битик x, пойдем. И будем идти до тех пор, пока можем. Вот вместо того, чтобы этой фигней заниматься, возьмем сразу половину всех битов. И в хэш-таблице проверим, есть вообще такой префикс или нет. Если нет, возьмем половину от половины. Если есть, три четверти. И так далее. Каждый раз будем уменьшать диапазон поиска в два раза. Тогда этот процесс сойдется за логарифм от длины числа x, то есть за логарифм от w. Итак, мы сделали так, что теперь у нас successor, o predecessor, o self работает за логарифм от w, потому что он с помощью бинарного поиска и хэш-таблицы находит нужное место в дереве, где происходит разветвление. Это место, это либо сам x, тогда мы узнали, что x есть, либо нужно пойти по нулю, а пойти не можем. Тогда мы за вот по такой ссылке смотрим и возвращаем successor. Либо нужно пойти по единице, а мы не можем, тогда мы смотрим по парной такой же стрелочке и возвращаем predecessor. То есть после того, как мы за логарифм нашли нужную вершину, дальше мы за вот единицы работаем. Таким образом, successor, o predecessor, o self работает за o от логарифм w. А successor и predecessor, которые его используют, соответственно, тоже автоматически за o от логарифм w. Как вы помните, successor работает так. Он вызывает successor, o predecessor, o self, а потом, если надо, корректирует за o от единицы. Соответственно, поиск тоже работает за o от логарифм w. Да, совершенно верно. Поиск вообще можно сделать за вот единицы благодаря хэш-таблице. Просто проверяем, есть ли число x в хэш-таблице, и все. Совершенно верно. Прямой поиск можно сделать совсем за вот единицы. Итак, мы построили с вами только что x fast try за три хода. Первый ход – двусвязный список на всех элементах цифрового бора. Второй ход – вот эти вот хитрые ссылки, ведущие в минимум в правом брате, как бы, и максимум в левом брате, если соответствующего сына нет. И третий – это хэш-таблица всех префиксов, которая занимает много памяти, но именно столько же, сколько и цифровой бор. Но при этом позволяет нам с помощью бинарного поиска за логарифм от W находить точку разветвления. Говорят, лукавство в том, что три шага, потому что был четвертый шаг, вот придумка с дополнительным методом. Ну, хорошо, можно считать, что четыре шага. Я имею в виду три шага, три, ну, каких-то структурных изменений нашего бора, короче. То есть мы прямо что-то добавляли внутрь нашего класса DigiTry или XFastTry. Вот внутрь что-то добавляли, это было три таких шага. А то, что мы там методы какие-то написали, которые нам внезапно помогают работать быстрее, ну, пожалуйста. Итак, это готовый XFastTry. Да, вопрос. Да, действительно, есть проблема, что добавлять и удалять все еще от W. То есть операции, которые изменяют дерево, все еще, к сожалению, работают долго. А операции, которые не изменяют дерево, редонные операции, типа поиск, successor, predecessor, работают быстро. Для большинства, то есть это не так хорошо, как дерево one MDBOS, потому что там везде был O от логарифм W. Но зато тут памяти не O от U, а O от N на W. А мы сейчас еще O от N сделаем. На самом деле на практике часто бывает так, что операции добавления и удаления сильно меньше, чем операции поиска запросов. То есть обычно много чего-то добавилось,
а потом много обращаются с вопросами типа «найди мне саксессор, найди мне предсессор». Поэтому часто на практике это хорошо ложится на реальные практические потребности, что да, добавлять будем чуть подольше, типа за 64 условных операций, с какой-то константой, естественно. А вот поиск делать за вот единицы вообще и саксессор-предсессор за 6 операций, опять же, условных. Вопросы? Что? А иногда вообще за единицу, да, можем. Вопросы? Перерывчик тогда минут 10. И продолжим Wi-Fi try строить, вот эту магию делать. Окей, давайте продолжать. Нас не устраивает память. В первую очередь нас не устраивает память, которая от N на W. Давайте вспомним, почему у нас такая память. У нас она такая по двум причинам. Во-первых, у нас сам бор столько занимает. И с этим очень сложно что-то сделать, как-то его сжать. Здесь, кажется, не получится. Если элементов будет достаточно много, то все равно будет N на W. А во-вторых, у нас есть хэш-таблица, и в ней N на W элементов. И тут что-то придумать будет совсем сложно, потому что в ней просто элементов столько. И как это сжать будет непонятно как. Вот было бы хорошо. А да, мы хотим, чтобы было от n. Вот было бы хорошо, если бы элементов было не n, а в w раз меньше. Тогда, умножив на w, мы как раз получим n. То есть вот было бы хорошо, если бы в нашем дереве можно было бы хранить не все элементы, а только каждый даблнутый. Понятно, да, идея? Было бы клево. Давайте попробуем такую идею придумать. Итак, пусть у нас есть какие-то числа. Ну, потому что n чисел, и каждое w префиксов порождает. Ну, так же, как и в боре. На самом деле, количество элементов в хэш-таблице столько же, сколько вершин в боре, потому что каждая вершина — это один элемент в хэш-таблице. Да-да-да, еще раз. У каждого элемента в хэш-таблице — это ровно одна вершина в боре, и наоборот. Там взаимно однозначное соответствие. Согласен, да? Там еще эпсилон был, кстати, я его не написал. То есть пустая строка тоже должна быть в боре. В боре у тебя, да, n, ну давай поймем, давай более точно оценим, если не n на w, давайте более точно оценим, сколько у нас в боре вершин. У нас n листьев, тогда на предыдущем случае, в лучшем случае n пополам, окей, наверное, смотри, в худшем случае n на w, если ничего не пересекается. Если же n близко к u, то o от n. Но в худшем случае, если у нас часто ветвятся, ну, в смысле, рано ветвятся и потом расходятся самостоятельно, будет n на w. Да. Если n достаточно мало, то n на w. Да, в лучшем случае o от n. Окей, скорректировали немножко оценку. Это все равно O большое, это на W, но действительно немножко разное, в зависимости от того, какое N. Бывает сильно меньше, чем N на W. Нам нужно честное O от N. Хочется, точнее, честное O от N. И было бы хорошо, если бы можно было хранить в дереве не каждый элемент, а каждый W-то элемент. Тогда как раз было бы N делить на W умножить на W. Давайте попробуем такую идею придумать и реализовать. Пусть у нас есть числа A1, A2, A3 и так далее. А n — это вот те числа, которые хранятся в нашей структуре данных, в нашем боре. Они упорядочены. Ну, это они в голове упорядочены. То есть не где-то массив есть, в котором они лежат. Это у нас в голове все эти числа упорядочены. И давайте разобьем их на группы. Ну, группы не в смысле теории групп. На корзины, вот. Разобьем их на корзины. На какие-то корзины размера, ну, примерно по W. Ну, чтобы было проще, размер корзины от W пополам до 2W давайте будет. Размер каждой корзины от W пополам до W. Что важно, корзины — это именно подряд идущие элементы, если их упорядочить. То есть не может быть так, что есть две корзины, и они вот так пересекаются, если мы все элементы упорядочим. То есть корзины взяты из суперассортированного нашего массива, которого у нас нет, который есть только в голове.
Вот, допустим, мы разбили так числа на корзины. И корзин получилось S. Что? Мы как-то выбрали. Как-то выбрали. Единственное, что мы хотим, чтобы не сильно далеко от W был их размер. Ну, вот, например, от V по лямбда 2 на V. Можно там от 3 четверти W до 1,5 на V. Ну, короче, там можно играться с константами. Давайте от W пополам до 2W. И корзин будет S всего. Ну, тогда понятно, что S в каком диапазоне лежит. От 2N делить на W до N делить на 2W. Ну, то есть, если в каждой корзине ровно по W, а всего N, тогда корзин будет N делить на W. Ну, тут еще может быть в два раза больше или в два раза меньше, если корзины очень маленькие или корзины очень большие. С корзин вот такое количество. Примерно как раз столько, сколько мы хотим, чтобы было вместо N, чтобы потом, умножив на W, мы получили O от N. Давайте для этого из каждой корзины выберем одного представителя, любого, какого-то. В каждой корзине одного представителя. B1, B2 и так далее, BST. Таких представителей ровно S, то есть вот в таком диапазоне лежит их количество. А теперь вот на этих представителях построим X-fast try. То есть в X-fast try положим только этих представителей. Понятно, да? У меня не хватает рук. Окей. Построим X-fast try из представителей. Вот они тут все в качестве листьев где-то есть. А что делать с остальными числами? Ну, остальные числа относятся к какому-то представителю. Давайте возьмем все эти числа, положим их примерно от W, ну, от W пополам до 2W, положим в любое сбалансированное дерево поиска и подвесим к соответствующему представителю. Вот тут внизу любое сбалансированное дерево поиска. Ну, декартовое дерево, красно-черное дерево, VL-дерево. Любое дерево, которое гарантирует, что его высота O от логарифма количества элементов в нем. И в этом дереве, как я в начале лекции говорил, мы умеем быстро искать, добавлять, удалять и даже successor-процессор делать за, опять же, логарифм от количества элементов. Любое дерево поиска здесь можно выбрать. Ну, практически любое. И вот такую структуру построили. Так, сначала x-fast-try из представителей, а потом к каждому листу еще привязали дерево поиска с элементами с этой корзины. Давайте понимать, что нам это дало и как это будет работать. Значит, размер x-fast-try, давайте по памяти оценим. Это будет n на w, может быть, умножить на 2, поделить на 2, умножить на w. То есть размер, который в памяти сожрет x-fast-try, это O от N на W умножить на W, то есть O от N. Угу. Окей, давайте посмотрим, сколько деревьев поиска сожрут. Ну, каждое дерево поиска кушает O от количества элементов памяти. А здесь у нас суммарно лежат ровно все элементы исходного массива. Значит, суммарно все эти деревья поиска сожрут O от N памяти. Каждое сожрет O от W, суммарно они сожрут O от N. Итак, потому что деревья поиска просто они кушают столько памяти, сколько элементов в них есть. Получается, x-fast try сожрало от n. Это O большое, если что. Оно просто выглядит маленьким, но это O большое, маленькое. Маленькое, O большое. И деревья поиска O от n. Значит, суммарно мы потратили O от n. Это круто, это то, что мы хотели. Давайте смотреть на операции. Не продолбали ли мы случайно сложность операций? Потому что мы только что сломали все. Мы сломали добавление, непонятно, как добавлять. Мы сломали удаление, непонятно, как удалять. Мы сломали поиск, непонятно, как искать. Мы, короче, все сломали, да. Но зато вот он памяти. Сейчас надо сказать, лекция окончена, дальше сами. Давайте чинить. Давайте чинить. С чего начнем? С добавления? С поиска? Вопрос, сколько n, я не понял. Ну, по-честному, близко к O от n. Ну, в смысле, тут нет никакой магии. Это зависит от того, какое дерево поиска, например, ты выберешь. То есть конкретная константа в памяти будет зависеть от того, как, насколько эффективно ты написал x-fast-try. Ну, мы помним, что у нас в x-fast-try было. У нас было само дерево, там какой коэффициент?
Ну, типа полтора. Вот. И хэш-таблица. Еще типа коэффициент 4, я не знаю. Вот. А в деревьях поиска обычно константа достаточно маленькая, потому что там только ссылки надо хранить и все. Типа 2-3. Короче, нет, тут не очень большая константа по памяти, но внезапно, смотрите, совершенно внезапно, мы просто взяли те же самые элементы, вот так как-то по-другому построили и сэкономили в W раз память. Не OTAN, а W стало OTAN. Это очень клевый, на самом деле, подход. Только надо починить все операции. Давай чинить. Да, совершенно верно. Для представителей мы выписали побитого вот, и засунули его в это дерево, а дальше мы сами числа положили, как мы умели раньше. Давайте теперь научимся, ну давайте, я не знаю, с чего начнем. Давайте с добавления начнем. Нет, давайте с аксессора начнем. А как делается с аксессор? Давайте сначала выясним, в каком из деревьев, в дереве в подвешенном какому представителю может лежать аксессор к нашему иксу. Вот у нас есть какой-то x, и мы хотим вызвать successor от x. Очевидно, он не в любом дереве здесь может лежать. В каких может? Я утверждаю очень простую штуку. Надо взять successor от x вот в этом x for try. И predecessor от x вот в этом x for try. Предсессор от x в этом x fast try и successor от x. Ну, во-первых, если x оказался один из представителей, то вот мы его нашли. Да? Тут как бы ничего интересного. Не так интересно. Если нет, то я предлагаю поискать в дереве, которое подвешено к предсессору от x, и в дереве, которое подвешено к successor от x. Ну хорошо, давайте для начала просто поиск x. Не successor от x, а просто поиск от x. Вы согласны, что x либо в этом дереве, либо в этом дереве? Если он есть, то он либо в этом дереве, либо в этом. И потому что вот здесь вот все элементы больше, чем successor от x, значит, заведомо больше, чем x. А здесь вот все элементы меньше, чем предсессор от x, значит, заведомо меньше, чем x. Значит, тут x не может быть, тут x не может быть. Если он есть, он в одном из этих деревьев. За сколько мы поиск выполнили? Ну, здесь за от единицы, а здесь, если что, за от количества элементов. А здесь количество элементов w. То есть за от логарифм w. То есть, если что, поиск за от логарифм w мы сделали. Бинарное дерево поиска умеет за логарифм от количества элементов искать, а количество элементов в бинарном дереве поиска от w. Итак, поиск за O от логарифм W мы сделали. Давай теперь successor от X все-таки сделаем, не только поиск. Я утверждаю, что successor от X в одном из этих тоже двух деревьев. Даже, наверное, может быть в правом. Сейчас, секунду, я подумаю. Не, да, он может оказаться в левом, максимум в левом может оказаться. Короче, либо в процессор от x, либо в successor от x. Ну, понятно, почему справа не может быть. Ну, понятно, почему слева не может быть на самом деле. Почему successor от x в одном из этих двух деревьев, вроде понятно. Ну, давайте просто в каждом из них поищем successor от x. У нас дерево поиска бинарного умеет отвечать на вопрос successor. В одном из них он не удастся, а в другом найдется. Еще раз, вот в исходном массиве, вот, например, вот эта бакет, корзина, отвечающая за предсессор от x, а эта корзина, отвечающая за successor от x, точнее, не отвечающая, наоборот, представитель которой successor от x. И вот если x, например, вот это число, то в этом дереве поиск successor будет неудачный, и надо просто взять минимум в этом дереве. Если в этом дереве x где-то вот здесь, например, то тогда successor от x в этом дереве будет удачно, он найдет вот этот элемент. Ну, мы можем сначала попробовать процессор от x поискать. Дальше, если надо, если мы оказались где-то правее, чем самый большой элемент процессора от x, то поищем successor от x. Но в каких других деревьях это successor от x быть не может. В терминах x fast try.
То есть в терминах, да, представителей. Это представитель, который, наибольший представитель, который меньше x, и наименьший представитель, который больше x. То есть это не обязательно минимальный элемент или максимальный тут, нет. Это какой-то элемент из этой корзины. Надо искать в обоих, да. Можно начать с процессора, потом пойти в саксессора. Поиск саксессора внутри бинарного дерева поиска выполняется за его высоту, то есть логарифм от w. Получается, что саксессор и процессор мы починили, и они выполняются за o от логарифм w, как и раньше. Сначала за o от логарифм w в xFastTry, там сложность не поменялась, она зависела только от размера машинного слова, оно не поменялось. А потом еще за логарифм w в одном из деревьев поиска, ну, в двух деревьях поиска. Там это другой логарифм w, там w — это количество элементов. Но мы так удачно подобрали размеры корзин, что все совпало. Итак, мы починили саксессор и процессор, и они работают за o от логарифм w. Саксессор о процессору self нам тут больше не нужен. Это операция, которая была нам нужна для xFastTry, для его внутреннего устройства. Наружу она нам не нужна, можно ее не чинить. Она... Ну, она может получать саксессор всегда, в этом смысле она не сломалась, да. То есть мы можем ее реализовать, но нам не нужно это теперь. Это была служебная операция для того, чтобы xFastTry работал. Окей, самое сложное — добавление и удаление. Вот плюс есть x, который мы хотим добавить. В какое из деревьев поиска его надо добавить? Я утверждаю, что его всегда можно добавлять в саксессор от x, в дерево, подвешенное к саксессор от x. Нет, еще раз, я утверждаю, что всегда можно добавлять в саксессор от x. Если икса еще нет, то его можно всегда добавлять сюда, в это дерево. Почему? А почему может сломаться? Значит, смотрите, справа все элементы больше, чем successor от x, значит, больше, чем x. Там ничего не сломается. Если мы x сюда вставим, то тут элементы больше, чем x. А здесь элемент больше, чем x быть не может, потому что если в этом дереве есть элемент больше, чем x, то тогда вот этот элемент был бы successor от x. А у нас вот этот элемент successor от x. Не, я наврал, наверное, секунду. Если здесь элемент больше, чем x, да, согласен, я наврал. Не всегда можно вставлять саксессор от x. Вы правы. Надо выбрать, в кого вставлять. В саксессор или процессор. Ну, как выбрать? Давайте в саксессоре посмотрим минимум за логарифм w, да? Вот, и если можем сюда вставиться, то вставимся сюда. А если окажется, что минимум больше, чем x, тогда вставимся в процессора. В одного из этих двоих точно можем вставиться. Возникает сложность такая. Вот, например, числа 1, 3, 5 и представитель 3. Это первая корзина. А вторая корзина 8, 10 и представитель 10. А мы пытаемся вставить 4. 4 можно вставить только в первую корзину. Но среди представителей вот это процессор от четверки, вот это саксессор. И глядя только на них, мы не можем определить, в какую корзину вставиться. В какую корзину вставить четверку. Потому что мы могли хотеть вставить девятку, совершенно верно. Вот с точки зрения саксессора и процессора четверка, у представителей четверка и девятка идентичны. У них процессор тройка, а саксессор десятка. Но четверку нужно вставить в первую корзину, а девятку в правую. Это можно разрешить, если, например, в каждом дереве поиска хранить минимум и максимум отдельно еще, дополнительно. Ну или там находить его за логарифм W, это несложно, за высоту дерева. И, соответственно, сравнив с минимумом в этом корзине или с максимумом в этой корзине, чтобы понять, куда вставлять. Если нам попросили вставить число 6, то мы можем вставить его в любую корзину, какую захотим. Для четверки в дереве представителей, для четверки и девятки в дереве представителей 10 — это саксессор, а 3 — это процессор. Потому что в дереве представителей лежат только представители, пятерки и восьмерки там нет. Давайте вслух вопросы будем обсудим вместе и разберемся. Еще раз, мы разбили все
весь массив наших чисел, который якобы в голове упрячен, на корзины. В каждой корзине выбрали представителя, и этих представителей засунули в X-FastTry. После этого мы в этом X-FastTry представителе умеем быстро находить successor и predecessor любого числа. Но это только successor и predecessor из представителей, а не из настоящих чисел. После этого мы проваливаемся в одно из двух деревьев. Либо в дерево, которое подвешено под саксессора, либо в дерево, которое подвешено под предсессора. Да. А разбалансируется в смысле своей внутренней балансировки или в смысле размера? В смысле размера, конечно, разбалансируется. Сейчас будем решать эту проблему. Как и любую другую проблему, мы постепенно решаем. Да. Создаем, потом решаем. Значит, внутри себя дерево отбалансировано, потому что у нас сбалансировано дерево поиска. Есть ровно одна проблема. Мы можем захотеть добавить элемент, а в дереве уже два W элементов. А у нас важно, чтобы в дереве было от W пополам до двух W. Что делать? Ну вот, допустим, у нас дерево стало толстым. Давайте просто возьмем все элементы в нем и разрежем на два дерева. И подвесим, и в каждом выберем представителя. Соответственно, одного представителя из X-FastTry удалим, двух добавим и подвесим два новых дерева. Порежем примерно пополам. Тогда, если у нас получилось дерево размера 2W плюс 1, то оно распилится на дерево размера W и дерево размера W плюс 1. Это будет удовлетворять условию. А цепной реакции не вызовет, потому что откуда бы ей взяться? Два дерева получилось, и они достаточно далеки от границ безопасности. Каждый из них теперь далеко от границ допустимого. Нет, еще раз. Вот мы, допустим, добавляем новый элемент, и его надо вставить вот в это дерево поиска. И оно стало теперь слишком жирным. Берем это дерево, распиливаем на два. Вот этого представителя выкидываем из X-FastTry. Это удаление, оно работает за O от W. Добавляем в X-FastTry двух представителей нового, одного выбранного случайно из одного дерева, другого из другого. И подвешиваем соответствующие деревья. Нет, добавление в X-FastTry работает за O от W. А модифицирующие операции работают за O от W, к сожалению, в X-FastTry. Модифицирующие. Поэтому, когда нам понадобилось расплитить дерево пополам, это за O от W делалось. Окей, с удалением такая же ботва может случиться. Мы можем захотеть удалить элемент из дерева, в котором V пополам элементов. Нам нельзя допускать, чтобы было меньше. Что делаем? С кем? Объединяем с кем? Совершенно верно. Объединяем с любым соседом, а потом нас совместно пилим пополам. В худшем случае, ну в некотором смысле в худшем случае тут было V пополам, тут два W, мы объединились, и что там получилось? 5 четвертых W и 5 четвертых W. Взяли любого соседа, объединились с ним, и потом нас попилили вместе снова. Да, если в соседе тоже был пополам, то просто сливаем и не пилим. Все так. И снова это требует O от единицы модификаций в X-FastTry, каждый из которых делался за O от W. Итак, таким образом мы починили с вами добавление и удаление. И в новой структуре данных они работают за O от W. Потому что иногда требуют модификации X-FastTry, которые работают за O от W. Структура, которую мы построили, называется Y-FastTry. Это ровно оно. Супер, или как он, сверхбыстрый цифровой бор. Итак, еще раз. Это X-FastTry из представителей, которым подвешены сбалансированные деревья поисков с элементами из корзины, а внутри X-FastTry еще лежит хэш-таблица из представителей. Вопрос. Выгоднее эта штука стала только по памяти? Не совсем. Сейчас мы еще одну выгоду найдем. Но выгода по памяти — это очень круто, потому что было O от N на W, а стало чистый O от N. Именно к теоретикам эта разница и важна. Вот то, что там константа примерно равна W, это может быть не так важно. Ну, на самом деле меньше, конечно. Вот, но как раз асимптотически меньше. Вот, давайте поймем еще один плюс. Смотрите, добавление нового элемента не всегда порождает перестройку X-FastTry.
Иногда мы просто за O от единицы, ну, за O от логарифм V находим нужное дерево, куда вставиться, и в него за логарифм V вставляемся. То есть в большинстве случаев перестраивать x в острие представителей не надо. Мы за O от логарифм V нашли дерево, в которое вставится, и за O от логарифм V в него вставились. Поэтому в большинстве случаев добавление будет работать за O от логарифм V. С удалением та же фигня. Удаление далеко не всегда требует перестройки x в острие. В большинстве случаев мы просто находим нужное дерево и в нем удаляем. Удаление тоже требует O от log W в большинстве случаев. И вот тут на сцену выступает амортизационный анализ. То самое в среднем. Можно доказать, что так как после распила размеры деревьев оказываются достаточно далеко от допустимых границ, то есть если мы попилили дерево, то нужно еще сделать O от W операции, чтобы его снова пришлось либо сливать, либо пилить. То амортизационно все операции добавления и удаления будут выполняться за O от логарифм W. То есть иногда будут случаться долгие операции за O от W, но они будут встречаться так редко, что в среднем можно считать, что каждая операция добавления и удаления выполняется за O от логарифм W. И это второе преимущество, которое Y-fast-try имеет по отношению к X-fast-try. Там был честный O от W на добавление и удаление. А здесь честный O от W, а амортизированный O от log W, который иногда O от W, но очень редко. Вопрос. Если числа неравномерно распределены, ничего страшного вообще, мы никак на это не завязывались. Нет, потому что представители, они выбраны не по значению, что ли. Вот мы взяли все числа, да, выстроили в массив и после этого только поделили. Если они все большие, например, очень, ну ничего страшного, тогда там будут плотные бакеты, ну корзины. Если они раскиданы, значит они будут тоже такими широкими корзинами. То есть корзины подстраиваются на самом деле под суть данных. Где данные, там и корзины. Главное, чтобы размер корзины был от W пополам до 2W. Ну, то есть примерно O от W размера. Точнее, даже не O, а T от W. Ну, как бы. W плюс-минус что-то небольшое. Вопросы? А с точки зрения реализации, являются ли представители корнями вот этих деревьев поиска? Это не важно. То есть мы с помощью X-Fast-Try реализовали на самом деле интерфейс, ну, Ordered Dictionary, да, типа просто Dictionary. То есть мы по ключу можем хранить любое значение. Вот тут мы по ключу храним значение дерева. Да, что там, как это дерево устроено, и что у него корень, это уже дело десятое. Да. Вопрос. Если нужно построить дерево из большого количества элементов, нам понадобится O от W умножить на N. Нет. Амортизационно понадобится N на log W. N на log W, да. Что очень неплохо, потому что log W это очень мало. Вопрос. Можно ли построить быстрее? Есть на самом деле... Следующая работа того же автора, в соавторстве, правда, уже с другим человеком, 1990 года, где они придумали Fusion Try, который я уже... Fusion 3, прошу прощения. Я не знаю, как тоже на русский переводится. Fusion, как правильно перевести? Синтетическое дерево, хорошо, неважно. Дерево синтеза, ядерного синтеза, да. Хорошо. В общем, я не знаю, никак не переводится, я боюсь. Fusion 3 его так и называют. Fusion 3 позволяет делать то же самое, хранить n w-битных чисел. Сложность операции у него такая, смотрите. От логарифм по основанию w от n. То есть это как бы log n, но по основанию w. Чуть хуже, чем что? Нет, логарифм двоичный больше. Это лучше, чем двоичный логарифм в константу раз. Но вот если W это не константа, то как бы не в константу. А тут есть такой трюк, смотрите. Да, но конкретно у нас здесь основание W. Ну, можно считать, что это логарифм двоичный от N делить на логарифм двоичный от W. То есть пока мы W не считаем константой, она будет в сложности участвовать. Тут как ни крути. Если вы считаете, что W это 64,
то тогда да, это асимптотически равно двоичному логарифму. Но это в вашей голове, как бы, вы должны тогда быть уверены, что W константа. Смотрите, какой трюк можно сделать, если Fusion 3 знать. Да, мы закончили тут. Давай. Почему нам не понадобилось сортировать исходный массив, чтобы выбрать представителей и все построить? А потому что мы динамически обновляли. Мы взяли изначально пустой x-fast-try, можно считать, и умеем динамически поддерживать эту структуру. То есть добавлять один элемент, он, если надо что-то перестроить, нового представителя породит. То есть мы эту структуру поддерживаем абсолютно динамически. А ну, для пустой построить дерево просто. Смотрите, сложность у нас сейчас логарифм W. Что, конечно, очень круто. А у Fusion 3 логарифм по основанию W от N. Что не так круто, как логарифм W, кажется. Но с ростом W вот эта штука растет, а эта уменьшается. Поэтому в некоторый момент станет выгоднее использовать Fusion 3. Давайте найдем в какой. Ну, как правильно заметили, логарифм по основанию W от N — это логарифм N делить на логарифм W. А это просто логарифм W. То есть момент, когда они сойдутся, это когда логарифм W равен логарифм N делить на логарифм W. Другими словами, это когда логарифм W равен корень из логарифма N. В этом случае, вот в этот момент, оба дерева, и YFastTry, и Fusion 3 будут работать за сложность корня из логарифма N. А дальше, в зависимости от того, какие у вас N и W, вы можете выбирать либо одно, либо другое. Вы гарантированно будете получать не больше, чем корень из логарифма n. Ну, а n еще нужно выбрать. N еще нужно выбрать. Ну, давайте, пусть W равно 64, а N... Найдем N, когда сравняется. Хорошо. Это значит, что логарифм N равен логарифм W в квадрате, то есть 36. То есть N — это 2 в 36. Ну да, если у вас очень большие числа, то 2 в 36 — это очень много, вот на таком количестве они сравняются. Ну, если, например, если N меньше, чем 2 в 36, то эффективнее использовать от логарифм W, то есть YFastTry. А если больше, то эффективнее использовать... Сейчас, секунду, я соображу, что я бы не наврал. С ростом n это увеличивается, это константа. Значит, наоборот, при маленьких n. Fusion должен быть. Да, при маленьких n. Да, совершенно верно. При маленьких n, когда чисел мало, Fusion — это супер выгодно. Ну, потому что логарифм по основанию 64 — это очень медленно растущий. Ну, я бы сказал, вот таких чисел мало у кого есть. Я бы сказал, вот таких чисел 64-битных мало у кого есть. Потребность хранить реально сет 64-х интов. На самом деле 16 битов большинство, я думаю, там 32 бита точно хватает. Если тут будет 32 бита, то логарифм n будет 25. 2 в 25 — это 32 миллиона. Это нормально. То есть 32 миллиона 32-битных числа выгоднее хранить в YFastTry, а меньше во Fusion 3. Это правда. Ну да. Интересно, но тут... Тут, видишь, тут на самом деле вот в чем проблема. Мы взяли и ошки приравняли. Так нельзя делать. Тут на самом деле есть константа перед корнем. И я думаю, что эта константа, она разрешит проблему. Вот. Так что да, на самом деле так числа получать нельзя точные. Не, но тут у нас основание было, честно, двойка. Логарифм двоичный у нас был. У нас был двоичный логарифм. И в деревьях двоичных поисков мы тоже двоичный логарифм используем. Нет, у нас все тут двоичный логарифм, но действительно тут есть какая-то константа, надо ее выяснить. И Fusion 3 на меньших размерах выгоднее,
на крупных выгодней Wi-Fi Strike. Вы можете себе гарантировать, что ваша сложность будет не больше, чем O от корня из логарифма n на все операции. Благодаря тому, что вы будете вовремя выбирать нужное дерево. Если n у вас перешло границу, то, видимо, вам придется все перестраивать. Использует ли кто-то в проде? Я не знаю, но предполагаю, что да. Но, честно, у меня нет данных. Да, то есть очень, очень мало... Ну, Order Dictionary — это часто интерфейс, но он нужен. Вот. Но кто реально реализовал, я, к сожалению, не знаю. Но я не готовился к этому вопросу. То есть, может быть, надо погуглить, и там все станет понятно. Я не знаю, к сожалению. Я думаю, что и Fusion 3, и Wi-Fi Stride должны использоваться, да. Еще вопросы давайте. Может, про саму структуру Wi-Fi Stride что-нибудь. Тут есть совершенно обалденно. Ну, тут, смотрите, глобально мне нравятся три вещи во всем вот том, что я сегодня рассказывал. Первое — это то, что у нас дерево было высоты W. Вот как дерево Van Endeboos поборолось со сложностью O от W? Оно просто стало высотой O от логарифма W. Если те, кто были на лекции, они помнят, просто дерево стало нужной высоты, оно очень широким стало, но зато маленькой высоты. И эти все операции стали за логарифм W, и все очень удобно. Мы пошли по другому пути дерева высоты W. Но мы научились по нему прыгать за логарифма W. Это круто, таких деревьев мало. Мало деревьев, по которым можно бегать быстрее, чем за высоту дерева. Вторая вещь, которая мне нравится, это синергия структур данных внутри, которые используются. Мы использовали с вами хэш-таблицу, мы использовали двухсвязный список, мы использовали бор, мы использовали бинарные деревья поиска. Все это полегло, чтобы мы смогли построить Wi-Fi 3. Ну и третье, это вот эта идея, когда мы построили X-FastTry и вроде как выжили из него все, что можно. Совершенно простая идея, ну кажется, что простая, с представителями. Типа давайте не все числа засовывать в X-FastTry, а все остальное на нижнем уровне уже хранить в деревьях поиска. Идея не суперсложная, дает офигенный прирост и в амортизационной оценке операций, и в памяти. Вот три вещи, которые мне очень нравятся в этих борах цифровых. Я надеюсь, что вы тоже оценили. Да. Вот ты часто рассказываешь про деревья, они датируются какими-то 70-ми, 80-ми, а сегодня что-то такое делается? Вопрос, делается ли сегодня что-нибудь в создании новых деревьев. Делается не так грандиозно в некотором смысле, то есть продвижение бывает намного реже и намного более локальное. Я недавно видел какую-то статью 2007 года, которая какую-то разновидность B-деревьев делают. То есть, типа да, какие-то для каких-то задачек какие-то оптимизации делаются. А ну, может быть, кому-то известен тут Миша Рубинчик, он защитил кандидатскую, придумал дерево палиндромов. Он вот дерево палиндромов. Он придумал структуру данных на основе дерева. А я не знаю, на какое у него практическое применение, к сожалению. Я и теорию в ней плоховато знаю. Вот. Он много задачек на нее придумал для соревнований по программированию. Вот он придумал структуру данных, это была его кандидатская. Это дерево. Это дерево, в котором хранятся все палиндромы определенной длины на определенном алфавите. Что-то делается, может, не так круто. Но это везде в IT, в компьютер сайенс. То есть понятно, что самые большие шаги они были сделаны все-таки в 70-х, 80-х, там, 90-х, а сейчас уже сложнее что-то новое придумывать. Ну вот, кстати, Fusion 3 — это 90-й год. То есть это уже не 70-й, это 1990-й год. Это еще всего на год старше, чем я. Еще вопросы какие-нибудь? Нет, это Wi-Fi Stride. Fusion 3 я не рассказывал, это то, у чего сложность логарифм по модулю WTM. Да, просто спросили, можно ли быстрее, я вот рассказал, что иногда можно. Ну, если вопросов больше нет, то всем спасибо.